Изменения на дороге. Не прятаться в кустах и соблюдать этикет. С 20 октября в силу вступает новый регламент ГИБДД. Многие водители обеспокоены. Пункт о разрешении съемки фото и видео на месте ДТП исключен. Но переживать не стоит. Почему, объяснил начальник управления ДПС Александр Быков. Исключения указанной нормы не препятствуют, подчеркиваю, не препятствуют реализации гражданами конституционного права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Забирать права на месте сотрудники ДПС больше не вправе. Нарушителям дадут 3 дня, чтобы сдать документы в подразделение ГИБДД. Упрощается процедура оформления ДТП с участием 2 машин. Если ничего серьезного, водители смогут оформить документы самостоятельно. И бонус для тех, кого несправедливо заподозрили в употреблении спиртного. Что же изменится, объяснил начальник управления ДПС Александр Быков. Если освидетельствование проводилось не на месте остановки, а, как уже было сказано, на стационарном посту пришлось проехать, и результаты были отрицательными, то есть водитель является трезвым, его сотрудник обратно доставит его транспортному средству для того, чтобы оттуда водитель мог продолжить движение. С 20 октября сотрудникам ГИБДД запретят устраивать засады на дорогах. А с водителями они будут обязаны общаться исключительно вежливо. Бонус для самих сотрудников ДПС. За ситуацией на дороге они смогут следить с помощью дронов.